Африканский зверь-носорог. Автор рассказа Александр Бушков. Наш воинский эшелон с танками на платформах и четырьмя теплушками для личного состава был окружен строгой секретностью. Собственно говоря, все военные перевозки – дело секретное, независимо от груза, даже если эшелон везет исключительно сапоги, саперные лопатки и фляги, чем он загружен посторонним знать категорически не полагается – Усиленная секретность соблюдается, когда идут чисто военные грузы. А уж когда речь идет о составах вроде нашего, везущих самую новейшую военную технику, причем впервые. Впервые на фронт перебрасывали тяжелые танки ИС Иосиф Сталин. Великолепная была машина. Дралась на равных с самыми тяжелыми немецкими тиграми, а зверье помельче, вроде пантер, вообще давила, будто волкода в кошку. К тому времени заводы произвели их достаточно, и не разбрасывая подразделениями по разным частям, Верховное Главнокомандование создало отдельный полк тяжелых танков, куда я и попал вместе с десятком экипажей моего прежнего полка. Разумеется, всех нас добросовестно переучили на новую технику. Мы, младшие офицеры, да и офицеры постарше званиями, о конкретных планах Верховного командования знали ровненько столько же, сколько об условиях жизни на Марсе. О наличии либо отсутствии таковой никто тогда представления не имел, как на Марсе обстоят дела. Однако воевали мы не первый год и кое в чем разбирались прекрасно. Концентрация танков в прифронтовой полосе вернейший признак грядущего наступления, но когда перебрасывают полк новейших тяжелых танков, каких у Красной армии прежде не было, какая там оборона? После Орловско-Курской операции, широко известной как Курская дуга, немцы уже ни разу за всю войну не провели ни одного серьезного наступления. Отходили, конечно, с жестокими боями, кое-где и с контратаками, при малейшей возможности вставали в оборону. Но факт остается фактом. Наступали только мы, а они отступали. Ясно было даже ежу. Наш новорожденный полк пойдет по направлению главного удара в каком-то серьезном наступлении или, как тогда говорили и писали, очередного сталинского удара. После отечественной ее историю излагали как 10 сталинских ударов. Справедливо или нет, дело десятое танки, как полагается, были тщательно укрыты брезентом, но на сей раз на каждой платформе находился не один часовой, а двое в противоположных концах. нашему эшелону, исследовавшим за ним другим эшелоном полка, давали зеленую улицу, так что он шел без остановок. ну а на случай непредвиденной, независящей от железнодорожников остановки меры безопасности были расписаны заранее, одни и те же, что для чистого поля, что для станции. Вот такая непредвиденная остановка и случилась на довольно крупной станции. В чем дело, мы узнали очень быстро. Где-то впереди оказались повреждены пути. О причинах нас не поставили в известность, но, судя по некоторым обмолвкам коменданта станции, речь шла о диверсии, возможно, имевшей отношение к нашему конкретно эшелону, но это вряд ли. Поврежденными оказались только два рельса, что нас не должно было задержать надолго. Торчать тут нам предстояло не больше часа. Остановили нас не на самой станции, не поблизости от вокзала, а где-то на ее краешке, явно умышленно, чтобы свести до минимума количество нежелательных зрителей. И тут же вступили в действие те самые заранее продуманные меры безопасности. У каждой платформы с обеих сторон выставили по трое часовых. Может, это и был перехлест, но приказы не обсуждаются, а исполняются. Мы с моим родным, Ромой Клименко, я тогда был командиром взвода, отошли чуть от теплушки, чтобы без лишних ушей кое-что обсудить. На повестке дня стоял один единственный животрепещущий вопрос. Как показывал жизненный опыт, на такой крупной станции всегда сыщется у вокзала импровизированный базарчик, где гражданские продают, меняют всякую всячину. Торговля, конечно, по военному времени скудная, но уж самогон-то из-под полы всегда найдется. Как самый ходкий, что уж там, у военных покупателей товар. Вот мы и планировали небольшую операцию по раздобытию огненной воды. Такие уж у нас были насквозь приземленные планы, далекие от высоких материй. Что поделать, на войне как-то не до высоких материй. Гораздо прозаичнее все обстоит. Конечно, мы не собирались идти на станцию сами. Офицеры мы или уже где? Была у нас в экипажах парочка, обтекаемо говоря, доверенных лиц для деликатных поручений. Ребятки эти раздобыли бы огненную воду и за полярным кругом у белых медведей, ну а здесь, посреди, можно сказать, цивилизации, справились бы в два счета. Денег у нас не было, ну да на войне деньги не всегда в ходу. Дать им с собой американской тушенки, пару пачек махорки и справиться в лучшем виде. Непременно и себя не забудут, это уж к бабке не ходи. Но на это следовало закрыть глаза, потому что меру свою ребята знают туго, как и мы. Тут-то оно все и произошло. Правда, слово произошло я стал употреблять гораздо позже, тогда и понятия не имел, что оно произошло ни сном, ни духом. Смотри-ка, сказал Рома, а ведь там точно непорядок. Я присмотрелся. Действительно, с первого взгляда ясно, что за три платформы от нашей теплушки явно имел место непорядок. Один из трех часовых отошел чуть подальше, заступил дорогу танкисту, как звали тогда без ноих инвалидов на самодельных тележках а тот, судя по направлению движения, держал курс со стороны паровоза в нашу сторону. Танкистов тогда было немало. Везде могли встретиться. Никак нельзя сказать, что иные из них откровенно побирались. Руку, как нищие у церкви, не протягивали и вещь своими именами не называли, но держались так, что сразу становилось ясно, что ему от тебя нужно. Мы, военные, им часто подавали, главным образом продуктами, со всем уважением к отвоевавшемуся». От воинских эшелонов их, в общем, не гнали, но наш-то эшелон был особенный, которому не полагалось и родную мать допускать. А этот танкист издали, видно, оказался особенно настырный, махал руками, качал права, слышно было, как броница с матами-перематами. А часовой молодец, голоса не повышая, отвечает негромко, но непреклонно. У часового для таких случаев есть волшебное слово «не положено». Вот только танкист волшебных слов слушать не желает. Прет буром, прекрасно знает стервец, что отношение к нему чуточку иное, чем к здоровому. За шкирку не схватишь и коленкой под зад не поддашь. Чем и пользуется. Очень похоже разговор у них, если только эту откровенную перебранку можно было назвать разговором, затягивается. Не поленился же черт перец сюда от вокзала, а ведь не ближний свет конце концов, Роман досадливо поморщился, сказал решительно, хоть и с явной неохотой. «Пойдем-ка туда, что ли, как ближайшие к месту действия офицеры. А то Гриша чует мое сердце, так и будет пурхаться». Гриша Ляпин, заступивший дорогу незванному гостю, был молодой, воевал без году неделя и, как мне показалось, перед танкистом чуточку робел, несмотря на свое исключительное положение часового – Иные беззастенчивые танкисты такую робость просекали моментально и вовсю ею пользовались. Вот и этот есть подозрение из таких. Еще подходя неторопливо, я этого персонажа рассмотрел хорошо. А учитывая последующие события, в память мне эта личность впечаталась намертво. Классический, можно сказать, танкист. Самодельная деревянная тележка с четырьмя большими подшипниками вместо колес. Где бы он в войну раздобыл настоящую фабричную инвалидку? Подшипники приделаны на совесть. Торцы осей прикрыты железными дисками, иначе бы моментально свалились. То ли помог кто-то, то ли сам такой мастеровитый. Раскатывает, упирая в землю, две корявых деревянных подпорки, грубо вытесанных. Одет в галифе, обрезанные с зашитыми снизу штанинами, и линялую гимнастерку, там и сям зашитую разными нитками. Физиономия явно славянская, широкая, небритая, определенно пропитая. «Ну и я очень, может быть, выглядел бы не лучше, если бы вернулся к Насте вот таким. Пусть даже она меня и не бросила бы, а ведь по-всякому случалось. Может, и я вот так запивался бы. Сколько ему было годочков, определить трудно. Судя по морщинам и залысинам, все полсотни. А учитывая все его невзгоды, без многости питье, очень может оказаться лет на двадцать поменьше. Выленившая его гимнастерка была старого образца, с отложным воротником – Потускневший гвардейский знак, как положено справа, но привинчен косо. Слева три медали на замызганных, потерявших всякие цвета ленточках. За отвагу, за боевые заслуги, 20 лет РККА. Последняя вовсе не означала, что он прослужил 20 лет. Ее в свое время давали отличникам боевой и политической подготовки, тем, кто был у начальства на хорошем счету. У Романа тоже висела такая. Он, в отличие от меня, был кадровым, Училище закончил в 37-м и послужить до войны успел. Разве что у Романа медаль висела на ленточке нового образца, а у танкиста все три на старых маленьких прямоугольных. Вот такой был персонаж, ничем не отличавшийся от других, которых мне довелось видеть. Вот только глаза у него были примечательные, колючие, проницательные и словно бы глубокие, не следа мутной пьяной осоловелости. Хотя, конечно же, сразу видно, что пьет как следует и систематически. Никак не походило, что Рома собирается обострять. Он спросил достаточно шутливым тоном. «Что за шум, а драки нет?» Гриша ответил ничуть не шутливо. «Да вот, товарищ капитан, ни в какую слов не понимает. Толкую ему, что не положено, а он уперся. Пропусти его к теплушкам и точка. Не положено же!» «Видишь, браток, не положено», — сказал Рома, чуть разведя руками. «Часовое лицо неприкосновенное, понимать должен». «Сколько я здесь разъезжаю, никогда от воинских эшелонов не гнали», — пробурчал танкист. «А от нашего положено гнать», — сказал Рома с величайшим терпением. «Такой уж эшелон. Они, браток, разные бывают, сам должен знать. Судя по медали, кадровый». «Был кадровый, а теперь никакой. А вы кто ж будете, товарищи военные?» командиры или так вроде меня вышка мода не взлетевшего. Я при погонах не служил, когда погоны ввели, рассекал уже на этом танке. Точно, придуривался обормот. Не мог не слышать, как Гриш только что назвал Рому капитаном. Думаю, Рома подумал то же самое, но сказал, как ни в чем не бывало. Командир роты и командир взвода, если так уж интересно, капитан и старший лейтенант. Простите великодушно, товарищи командиры. «Сразу не признал», — сказал танкист без малейшего смущения. Говорю же, при погонах уже не служивал! и широко ухмыльнулся. А затейливо оно получается. У меня батя в гражданскую, у щеденко тучу золотопогонников порубал, а теперь их опять ввели. Товарищ Сталину, конечно, виднее. И он как-то сразу стал мне неприятен, потому что, кося под простачка, на самом деле немного над нами издевался, вообще поглядывал с некоторым превосходством, а это было неправильно. Одно дело для такого вот разоряться в тылу перед гражданскими, вопя, как я слышал пару раз от других подобных танкистов, что-то вроде «я за вас кровь проливал», «я за вас ноженьки отдал», и совсем другое вытяпываться перед фронтовиками. В конце концов, для него, пусть и оставшегося безногим, война уже кончилась, а для нас ей конца краю не видно. Свободно можно ожидать, что нам прилетит еще похуже, и не останется от тебя даже паршивенького невысоконького обелиска из неструганных досок с фанерной звездой. Часто крашеный, даже не суриком, за нехваткой такового, а чем-нибудь вроде разведенной марганцовки. То есть до первого дождика. Нет, я и в обращении с гражданскими такого поведения не оправдываю. Им тоже приходится не сладко. Работают на износ, да и что бы делал фронт без тыла? Просто как бы тебя ни приложило, меру надо знать». Я думаю, не считать, будто весь мир тебе обязан». Я покосился на Рому. Судя по всему, у него появились примерно те же мысли, резко переменившие к танкисту отношения. А тот, как ни в чем не бывало, тянул. «Да что там такого секретного, товарищ командир в тех теплушках? Покурил бы с людьми про жизнь про войну поговорил, смотришь и погадал». И замолчал, словно ненароком сболтнул лишнего. Рома встрепенулся и спросил с явной насмешкой. «Погадал?» «Что-то не похож ты, браток, на цыганку. Не похож, хоть ты меня зарежь». «Конечно, я не цыганка», – проворчал танкист. «Не так выразился, что ли? Негода, не гадание, а что-то вроде. Вот посмотрю так на человека и точно скажу, что с ним будет. Бабушка у меня умела, научила». «Ах, вот она что», – сказал Рома, не без насмешки. «И как?» «Верит». «А чего ж не верить, если все так и получается? Я тут давно прижился. Поначалу не верили, а потом пришлось». Только от того, что поверили, получилось еще хуже. Стали побаиваться меня просить. Получается ведь не одно хорошее. Вот приходится к эшелонам. «Кого только на войне не встретишь», — сказал Рома, все так же насмешливо. «А мне не погадаешь? Что там меня ждет и что со мной будет?» «Если хотите, так я могу». «Ну, вот и давай». Его взгляд моментально изменился, стал совершенно другим, не могу и сегодня описать, в чем было дело. Не могу подыскать нужных слов. Я такие прицельный прищур, что ли, ничуть не ввязавшийся со всем его обликом, словно возник совершенно другой человек. И я откуда-то знал одно. Никак не хотелось бы мне, чтобы на меня смотрели так. И тут же это прошло. Он вновь стал прежним, пробурчал. «Значит так, командир, погубит тебя африканский зверь-носорог. Вот так я вижу. А поточнее не знаю, как сказать». Рома рассмеялся на сей раз искренне, без следа насмешки. Я тоже не удержался. Фыркнул громко. Очень уж нелепо это прозвучало. «Ну, спасибо, распотешил», — сказал Рома. «А в зоопарке, что ли, клетку сломает? Какие на войне зоопарки? Может, меня еще африканский зверь-слон затопчет по пьянке?» «Насчет слона не знаю. А насчет носорога точно». «Значит, постараюсь в Африку не ездить», — сказал Рома. «Помню детский стишок. Не ходите, дети, в Африку гулять. Ну ладно, поговорили. Не вижу смысла и дальше с тобой лясы точить. Он цепко многозначительно глянул на меня, и я опять-таки прекрасно понял ход его мыслей. Танкист этот превосходно мог оказаться немецким агентом, наблюдавшим за воинскими железнодорожными перевозками. Со шпионом мании это не имело ничего общего. Прекрасно известно, что агентов таких немцы вовсю используют, замаскированных под самых обычных людей, так что сходу ни за что не разоблачишь отыгрывает так что куда там заслуженному артисту советского союза без многих правда видеть не приходилось а с безруким сам столкнулся два месяца назад незадолго перед тем как нас отправили в тыл на переучивание стояли мы тогда в одном городке городок был маленький а вот железнодорожный узел крупный покрупнее того на котором мы сейчас находились наш экипаж как раз и попал на постой в домик к однорукому Левую руку потерял на Донском фронте, как он очень быстро рассказал. Симпатичный такой мужик, внушающий расположение, пьющий, но не запойный, руководил маленькой инвалидной артелью, на пиджаке орден Красной Звезды и три медали, и ленточки вовсе не замызганные, как у этого вот танкиста, аккуратно содержатся. Три раза мы с ним сиживали за выпивкой, мы немного рассказывали о своих фронтовых буднях, он о своих, на этих рассказах он и погорел. Боже упаси, он нам не задавал никаких вопросов, вызвавших бы подозрения. Тут другое. Башнер у меня воевал как раз на Донском фронте и после первых же посиделок за бутылкой отметил некоторые несообразности. Мелкие, но целый пригоршней. И во второй раз, и в третий. Выходило, что сам этот однорукий на Донском фронте не был. Знания у него были чисто теоретические. Башнер насторожился, сам стал подкидывать абсолютно невинные на первый взгляд вопросики ловушки и окончательно уверился, что дело нечисто. В конце концов, не обсуждая это с нами, пошел к особистам. Отец у него долго служил в ОГПУ, а потом в НКВД, так что задел получился соответствующий. Башнер говорил потом, даже если оказалось бы, что однорукий всего-навсего аферист, выдумавший себе фронтовую биографию и присвоивший чужие награды, а такие штукари попадались, его все равно следовало взять за кислород, чтобы другим неповадно было. Оказалось похуже афериста. Через неделю особисты все точно установили. На фронте он и дня не был, происходил из немцев по Волжье, а руку потерял еще 20 лет назад в результате несчастного случая – советскую власть потаенно терпеть не мог. Папаша у него зажиточный немец-колонист, в гражданскую лишился немаленького хозяйства, вот сынка и настропалил. Когда немцы пришли в те места, сам к ним заявился. Он, понимаете ли, готов бороться с большевиками как угодно и где угодно. Но немцы его и пристроили к делу. Историю калеки-фронтовика мастерски слепили, документы смастерили безупречные, дали награды, взятые у наших убитых. Сам он ничего не вынюхивал и не высматривал. У него было целых три агента, работавших на железнодорожной станции. Они-то и собирали сведения. А однорукий руководил и работал на рации. Нас к нему потом водили на очные ставки. Совсем другой стал человек. Вся обаятельность куда-то делась. Не лицо у него теперь было, а морда загнанного зверя. На нас, всех к этой истории краешком причастных, она произвела большое впечатление – и до того особистые частенько толдычили о повышенной бдительности, о том, что враг не дремлет, но получалось это у них плакатно, голословно, так что пропускали эту болтовню мимо ушей. Работа у них такая, им положено. И совсем другое дело, когда своими глазами видишь натурального немецкого шпиона, замаскированного так, что и не подумаешь. На многое по-другому смотреть начинаешь. Так что в излишнюю подозрительность впадать не следует – но и в излишнюю доверчивость тоже. Рома сказал сухо, уже насквозь официальным тоном. «Ты, браток, должен сам понимать такие вещи. У часовых приказ четкий. Если кто-то будет отираться возле эшелона, брать за шкирку и тащить в особый отдел, невзирая на количество конечностей. Оно тебе надо?» Он говорил чистую правду. «Именно такой инструктаж мы все и прошли перед тем, как погрузиться в эшелон», Рука не поднималась хватать за шкирку безногого коллегу-фронтовика, но все равно, чем черт не шутит, отсутствие ног еще ничего не доказывает. Танкист зыркнул на него из лобья. не мог понимать своего невеселого положения. Это обычные милиционеры старались к таким вот попустякам не вязаться, разве что по особой необходимости, а для особистов и безногий оказался бы самым подходящим клиентом. Не хватает только ног, все остальное на месте. Голова целехонькая, работает исправно. Язык подвешен, показания подписывать может. — А я что? — Я ничего, — сказал танкист, уже совершенно другим тоном. — Разрешите идти, товарищ командир? — Идите, — распорядился Рома командирским тоном. Танкист проворно быстро развернулся на месте и покатил к станции, сноровисто орудуя своими деревяшками. Глядя ему вслед, Рома фыркнул покрутил головой. «Экземплярус. Носорога приплел. Вот и не вздумай в Африку ездить, а то нарвешься». Мы искренне расхохотались. В то время поездка в Африку обоим казалась несбыточной фантазией наподобие межпланетного полета на Марс. И вернулись к прежней теме. Двух гонцов на станцию мы таки отправили, и они отлично с поручением справились. Но это уже к моему рассказу никакого отношения не имеет. Уточню только, что часа через полтора эшелон тронулся и до места назначения нигде больше не простаивал, так что насчет самогона мы поступили очень предусмотрительно. Не прошло и месяца, как оно случилось. Мы развивали наступление, шли походной колонной, не то чтобы беспечно, но в общем и целом безбоязненно, хотя в качестве разведки две машины вперед пустили, метрах в трехстах от колонны. По точным данным авиаразведки, немцы откатились километров на несколько, продолжали отступать, не пытаясь где-то закрепиться, организовать оборону. Так что шли без особой опаски. Рома в головной машине, а я следом, оба высунувшись из башни по пояс. Ландшафт вокруг был своеобразный, то редколесье, то чащоба погуще и широкий большак, изборожденный колесами и гусеницами. Сразу видно, что здесь отступали немцы, Пару раз попадались на обочинах брошенные легковушки, но мы не останавливались их осмотреть. Вот справа, в одной из небольших чещобок, вдруг блеснула вспышка. Громыхнул орудийный выстрел, и снаряд влепился Роминому танку в башню. Я на пару мгновений ошалел от неожиданности. Давненько уж обстановка вокруг была самая, что ни на есть мирная и безопасная. Не сразу ссыпался из башни вниз и видел, что случилось. Угодив Фриц с противотанковым под башню, ее снесло бы к чертовой матери, но, как потом выяснилось, стрелял он осколочно-фугасным. Что нашлось? Броню не пробило, получилась лишь изрядная вмятина, но вот Рому осколками и взрывной волной буквально разрубило пополам. Нижняя половина тела осталась в башне, а верхнюю снесло на земь. Жутковатая была картина, но все же не самое страшное из того, что на войне приходилось видеть. Секундное оцепенение прошло, и мы, народ опытный, нисколечко не растерялись, действовали быстро и четко, благо знали, что у нас не маленькое численное превосходство. Двумя взводами зашли справа, где было редколесье, проломились через деревья, как кабан сквозь камыши, и увидели немецкую самоходку, из тех, что больше всего походили на ящик на гусеницах. Она так и стояла в положении, из которого стреляла, стволом к большаку, левым бортом к нам – но мы по ней и ударили от всей души, и вмиг раздербанили вместе с экипажем. Она не загорелась, и мы ее осмотрели. Не было никаких головоломок и кроссвордов-ребусов. Что-то у них поломалось, и они, не оставив машину, заползли в лес починиться. На разосланном брезенте разные инструменты разложены. По поваленным деревьям видно, каким путем они сюда забирались. Между прочим, правильные были немцы. Не бросили машину, не стали утекать с отступающими. Надеялись своими силами поправить все и смыться, но, завидев нас, не затаились и не сдались, как порядочные, разыграли фанатиков Камикадзе. Как-то к ним не относись, крепкие были солдаты. Где же тут носорог, спросите: А вот он, паскуда: Это у нас ИС был вторым танком, официально получившим имя собственное, а у немцев много разных марок, танков и прочей бронетехники официально именовалось несочетанием букв и цифр а названиями всевозможной живности. Не обязательно зверей. Тигр и пантера – самые известные примеры. Других названий было немало. Почему-то это больше всего касалось как раз самоходок. Хваленный Фердинанд и в самом деле очень опасная для наших танков бандура официально назывался «элефант», то бишь «слон». Были еще куница, оса, шмель. А та самоходка, что угробила Рому, называлась Насхорн, по-немецки носорог. Такие дела. Совпадение? Кто же знает. Что до да нового танкиста, сам я ни прежде, ни потом не сталкивался с подобными гадателями. Даже цыганок на меня как-то не выносило. Однако вполне верю, такие люди есть. Не раз о них слышал от людей, не склонных к розыгрышам, травле баек и фантазиям. От людей, которым веришь, в том числе от собственного отца. И еще вот что. Слышал от некоторых, что такие люди видеть-то видят, но не всегда точно и знают, что именно они видят. От того предсказания гадания порой и получаются такие смутные. И в эту картину, думается, мне полностью укладывается африканский зверь-носорог.